Отпустите меня! Все теории средств массовой информации по поводу захвата заложников Бекунских только что вылетели. На место. Да-да, погоди секунду. О, черт. Дженсен? Хас. Не ожидал встретить тебя здесь. Да, походу ты хорошо устроился, не то что я. У меня нет времени на твое нытье. Мне надо в морг. Да ну, забудь. Не знаю, что там за трупешник, но у меня приказ самой верхушки – никого не пускать. 2 года от тебя ни слуху, ни духу, а теперь нарисовался и сразу что-то клянчишь? А что надо было приказывать? С приказами ты всегда отлично справлялся. Боже мой, а ты что, святее самого папы? Думаешь, мне это нравится? Разуй глаза! Быть командиром спецназа, а потом стать ничтожеством, дежурным на каком-то паршивом участке. Оставь приказы при себе, мне их и так хватает. Либо учись вести себя прилично, либо проваливай, потому что я тебе нужен, а не ты мне. Думаешь, я знал, что ты здесь окажешься? Да глаза бы мои тебя не видели. Но мне надо в морг, так что валяй, открывай двери, не стой на дороге, когда люди в опасности. Ты меня не запугаешь, Дженсен, ты мне больше не указ. Начальство хочет, чтобы таких, как ты, гнали от морга, значит, буду гнать. Если я пущу тебя, то потеряю работу. А это единственное, что у меня еще есть. Я зубами буду держаться за нее, и ты не вправе винить меня. Не вали с больной головы на здоровую. Мы оба знаем, что держат тебя здесь. Вина за то, что ты сделал. И ты никуда не денешься отсюда, пока не признаешь этого. Я знал, что до этого дойдет. Слушай, мне до смерти надоело снова и снова вспоминать об этом. Да, я убил пацана. Он был нашпигован имплантами. Он был опасен. Такая уж у нас работа. Мы защищали гражданских. И к черту тех, кто лезет с домыслами, ничего не зная. Уэйн, ты теряешь хватку? Там среди мусора валяется пустой пузырек из-под таблеток. Ты ведь знаешь, что нейролептики попадают под закон о борьбе с наркотиками. Они нужны мне только тогда, когда надо поработать головой. Ты этого не сделаешь, так же нельзя. Если они узнают, меня тут же уволят. Я останусь без пенсии, безо всего. Но ты настучишь, верно? Хорошо, проходи. Я скажу парням, чтобы они тебя пропустили. Но я этого никогда не забуду, обещаю. Дженсен, какого черта ты здесь делаешь? Только не надо. Посторонним запрещено находиться в участке. Ты, черт побери, здесь больше не работаешь. И тем не менее, я надеюсь, что ООН пристально рассмотрит сложившуюся сегодня ситуацию. Давно пора. Вы тот самый охранник, которого я должен был дождаться? Передайте Мендерли, что записку я получил, когда уже начал вскрытие. К тому времени было поздно его зашивать. Ладно. Так вы извлекли нейронный узел? Это было непросто. Чуть ниже, и пуля уничтожила бы не только ПДО-соединение. Так что не обещаю, что вам удастся что-то узнать, кроме того, что он был модифицирован. Модифицирован? Каким образом? Что-то вроде жидкостного привода. Но учтите, я не смотрел. Ультрафиолет есть ультрафиолет. Я знаю, как вы, ребята, нервничаете, когда речь заходит о соображениях национальной безопасности. Он весь ваш. Как было сказано, я отделил узел, но оставил его внутри черепа. Теперь, если вы позволите, мне пора заняться бумагами. Босс, нейронный узел у меня. Похоже, он модифицирован. Что-то вроде жидкостного привода. Пусть Причуд посмотрит на него. Нет.
Не неси его сюда. Фрэнк все еще занимается диагностикой. Пока он не закончил, я не хочу рисковать, подключая что-то к нашей сети. Особенно если замешаны военные. Так что же мне делать? Отнеси узел к себе домой. Я скажу Фрэнку, чтобы он связался с тобой. Дженсен, какого черта ты здесь делаешь? Посторонним запрещено находиться в участке. Вон отсюда, я сказал. Ты здесь больше не работаешь. Я могу кого-нибудь позвать, и тебя выставят. Ты где, Дженсен? У меня мало времени. Привет, Причард. Я уже почти дома. Хорошо. Когда придешь, подключи нейронный узел к своему компьютеру. Я создал защищенный канал, чтобы работать удаленно. Ты можешь залезть в мой личный компьютер? А кто, думаешь, настраивал тебе протоколы безопасности? Возвращение, мистер Дженсен. Ричард, узел подключен. Знаю. Теперь тихо, не мешай мне работать. Ричард, мне нужно только имя, а не вся его родословная. Это не его ДНК. Это данные, которые он пытался украсть, пока его... Боже, Дженсен, этот хакер Камикадзе не убивал себя. Конечно, ты не видел лужу из его мозгов на полу. Нет, нет, ты не понимаешь. Жидкостный привод, встроенный в чип, он позволяет действовать через тебя. Буквально превращает человека в прокси-сервер. Значит, он работал не один. Взломом занимался кто-то, кого там не было. Именно. И этот кто-то пытался скрыться от нас, используя множество спутников. Но кажется, мне удалось отследить его. Заброшенный фабричный комплекс в Хайланд-парке. Давай адрес, Причард. Если нам повезет, тот, кто дергал за ниточки террористов, все еще там. Адам, это Дэвид. Позвольте угадать, вы отправляете меня в Хайленд Парк? Не сейчас. Фрэнк нашел причину неполадок в сети. Из трущоб идет непрерывная передача сигнала. С территории уличных банд? Что ж, наш мертвый приятель выдавал себя за противника имплантов. Такому самое место среди пацанов из трущоб. Ясно. Уже лечу.